Привет, друзья, у микрофона Антик, и сегодня мы сыграем в Total War Arena. Про эту игру я слышал еще пару лет назад, но потом как-то все забылось, информации никакой не было. Оказалось, что она была в закрытом альфа-тесте, и вот уже 1 сентября этого года она выходит в закрытый бета-тест. Сегодня мы посмотрим на геймплей сначала боевки, как война происходит, ну а потом уже на то, что происходит между боями, то есть на развитие полководцев, на отряды, на фракции и так далее. Итак, мы играем команда на команду, в каждой команде по 10 человек, и у каждого игрока по 3 отряда под контролем. В частности, у меня 2 отряда мечников и 1 отряд кавалерии. Играю я за фракцию варваров, пока что ее выбрал, потом уже решу, кого конкретно буду прокачивать, если буду играть в эту игру. Итак, смотрим. Наша задача сейчас уничтожить все отряды врага. Эта карта называется Капиталистский холм. Либо все отряды врага уничтожить, либо захватить базу врага, которая там вот вдалеке виднеется. Вот ее нужно захватить. И, конечно же, на свою базу не пустить тоже отряды врага, чтобы они ее не захватили. Так, тут главное не сливаться раньше времени. А если и сливаться, то чтобы это было не зря, то есть чтобы ради победы. Если мы даже все отряды потеряем, и наша команда победит, то, естественно, это будет как победа. Засчитано. Так, ладно. Тут у нас мечники первого уровня, у меня отряды второго уровня. Я теоретически их должен победить, но внезапно из тумана войны может кто-то вылететь и нас нахлобучить. Так что, на самом деле, у меня сейчас не очень выгодная позиция в плане того, что у меня кавалерия плохо стоит, то есть тут ей не развернуться нигде. Надо как-то ее на холм, что ли, повезти. Так, кавалерию назад отправим, этими пока тут постоим. Тут уже завязалась драка, наверное, где-то. Да вот на этом фланге какое-то нападение уже идет. То у нас там все тухло. О, боюсь, сейчас лучников этих расфигачат кавалерия там. У нас пока все спокойненько, вот эти ребята продвигаются к базе нашей, похоже, что да. Так, стоп, я что-то запутался, где наша база-то? Вот там. Ну, соответственно, их должны не пустить. Давайте тогда, наверное, вот сюда отойдем. Очень часто бывает так, что просто не выставят охрану на базу, никто базу не охраняет. И хотя мы даже побеждаем, то есть большинство войск врага уничтожаем, у нас все равно базу захватывают, и мы проигрываем. Поэтому я сейчас не спешу вступать в драку. Что-то миссиво. Тут алгоровская. Что-то отойдем к кавалерии. Так, мы уже захватываем базу противника каким-то макаром. Кто-то умудрился дойти там. Ну вот видите, как бы у них тут всего один отряд мечников. Ну хотя бы кто-то. Но нашу базу, кроме меня, никто не защищает. Отходим. Ну нет, почему тут не кроме меня? Тут есть умельцы-то. Знающие. Блин, ну там дохрена войск. Естественно, я, если с ними вступлю в бой, то я проиграю. Как пить дать? Но мы можем где-то в узком месте встать тут. Допустим, вот здесь. Более-менее узкое место. И вот здесь. Чтобы их не пускать. Или, в принципе, можно вот сюда встать, да? Кавалерию тут оставить. Если что, будем во фланг въезжать. О, нормально они сквозь текстуры проходят. Да, слушайте, сейчас будет у нас тут жарко. Тут наши вроде побеждают. Хотя, черт его знает, тут непонятно. Вроде бы потери одинаковые и со стороны нас, со стороны врага. Так, пошли вот сюда, встанем. Так, мы сейчас можем кавалерии лететь им в спины, чтоб жизнь медом не казалась. Нет, мы не успеем, не успеем, не успеем. Назад, мать вашу, не разгоняйтесь раньше времени. Вот сюда надо таким. Так, сейчас с натиском.
попробуем их побить. Так, и кавалерии в спину влететь потом. Так, вот эти ребята, наверное, будут защищать от кавалерии, да? Пробуем влететь. Если нам позволит. Да, чаржимся. Успеваем. Ну, тут эта часть немного не успела. Так, отступаем кавалерии. Вводим ее из боя. Она свою роль выполнила пока. Must defend our base. Короче, кавалерию все равно половину я потерял. Но мы позиции пока не сдаем. Базу охраняем. Так, что у нас тут? Слушайте, мы врага-то перебили. Смотрите, сколько мало отрядов осталось у врага. То есть наши союзники тут нормально тащат. А мы пока базу охраняем. Это хорошо. Каждый занимается своим делом. Тренинга тут не дают нам пробраться-то. Их надо бить как-то. Так, ну мы можем сейчас в спину опять же влететь вот этим ребятам. Чаржимся. А, не получилось, чаржимся, да? Ну ладно, хотя бы так. Так, вот этих надо бить. Так, и все, наши сейчас пойдут к базе врага. Осталось тут два отряда убить. И база наша. Так, улетели нормально. Верхняя полоска у отрядов — это боевой дух. Возможно, я уже говорил. Нижняя полоска — это ХП. Ну или численность отряда. Можно и так воспринимать. Проще и грамотнее, наверное, будет воспринимать как именно численность отряда. Ну, хотя тут 20 тысяч как бы измеряется. Народу-то поменьше, так что все-таки может быть и ХП. Так, ну что, мы, походу, побеждаем. Хорошо, когда каждый занимается своим делом. Ну вот если бы я сейчас тогда вот в начале игры пошел туда бы и посливался. А превосходящие силы противника, то ничего бы хорошего из этого не вышло. Тут мы нормально встали в узком месте и отдефали. Так, ну кавалерии у нас осталось немного, но мы можем еще ее использовать, догнав вот этих ребят. Так, вот, конечно, с базы уходить тоже не стоит. Так, ладно, нас там уже не ждут. И мы оставим отряды свои тут, а кавалерии еще побегаем немного, вот этих ребят догоним. Уже и без нас, в принципе, есть кому догонять-то. Ну, как по мне, графика такая ничего, нормальная. И к тому же мультиплеер не лагает. То есть, если есть какие-то микроскопические лаги, то они совершенно не критичны. И игра не вылетает. То есть, я 20-30 каток сыграл. Ни разу меня не выкинуло. Что очень хорошо. Для современной игры в альфа-тесте, между прочим. Потому что сейчас такие игры делают, что хоть альфа-тест, хоть бета-тест, хоть, не знаю, уже релиз игры, все равно мультиплеер так себе. Ну, игра тут, конечно, чисто на мультиплеер ориентирована, и сравнивать тоже не стоит, потому что если люди занимались только мультиплеером, то есть большая вероятность, что они занимались им очень хорошо. Ну что, все, сейчас нашу, точнее, базу врага захватят, вот они тут стоят. Это победа. Это победа, база захвачена, все у нас хорошо. Ну чё ж, ну а сейчас мы пойдем посмотрим часть игры уже отрядов и полководцев. Нам пару достижений опять приписали. Это наш полководец. Полководца Ксагеря не показал в игре. Полководец он, как правило, в первом отряде, то есть вместе вот с этими ребятами. С лесниками были. Серебро, свободный опыт и так далее. Но тут это игра от Wargaming, как вы уже, опять же, могли догадаться или знать. У нас и золото, серебро, и свободный опыт для прокачки. Давайте глянем на полководцев. Это полководцы варваров. Армении, Буудика и Верцингеторик. Он у нас на дисциплину ориентирован. Но я его не брал, я еще пока что только-только начал играть в эту игру.
У Греции тоже 3 полководца. А нет, слушайте, у Греции больше полководцев. У Греции 4 полководца, между прочим. Это я не знал. Ну и за золото их можно разблокировать. Но сейчас пока не буду этого делать. Короче говоря, полководцев мы прокачиваем до 2 уровня. У меня уже прокачаны полководцы. Скоро будет 3 уровень. И, соответственно, на каждом уровне разблокируются какие-то способности полководца. И становятся доступны новые отряды. То видите, у нас сейчас 2 уровень. Вот эти отряды мне доступны. Сейчас мы глянем на развитие отрядов. У отрядов тоже есть свое развитие. То есть, как бы комплектующие, да, идут к отряду. Всякие щиты, оружие и так далее. Так, сейчас я хочу найти исследование способности полководца. Тут опять же на первом уровне, на втором уровне, что доступно, на третьем и так далее. И способности, точнее не способности, а вообще отряды в принципе. Дальше мне будут доступны мародеры, я хочу до них таки дойти. И уже охотники, это своего рода лучники за варваров. У меня пока лучников нет вообще, то есть пока что конница и пехотинца ближнего боя. Ну, соответственно, тут какие-то такие вот, видите, премиум, не знаю, как их назвать, премиум войска. За золото они берутся, вроде бы за золото, да? Да, это золото. Тоже можно до них дойти. Но это надо очень много битв сыграть. Я вот сейчас буквально сижу, наверное, несколько часов уже играю, только до 2 уровня дошел, непрерывных битв. Ну, когда победа, когда поражение, в принципе, тут понятно, тем более для новичка в Total War. Вот такая вот забавная игра. Ну что ж, в принципе, наверное, все рассказал, все, что можно. Золото, серебро, свободный опыт, я думаю, эта механика многим будет знакома по танкам, по варплейнсам, еще по каким-то подобным играм. Так что ничего, в принципе, сложного. И за другие фракции тоже хотелось бы поиграть. В частности, за Рим. Больше всего, наверное, хочется поиграть. Но пока что, вот думаю, за кого... Кого качать? Я думаю, за всех попробую сначала, а потом уже решу. Ну, а с вашей стороны я бы хотел, чтобы вы написали комментарий, как вам эта игра вообще, интересна вам или не интересна. Будем мы в нее играть, не будем мы в нее играть. Также разработчики предложили разыграть ключики, если мне эта игра понравится, если подписчикам моего канала она понравится. Так что пишите в комментариях, все возможно. Ну, а на этом пока что все. Спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если вам понравилось. С вами был Антик, всем удачки, всем пока.